Ухтя, Волгоградская область. Ох, красота какая! Ах, сколько арбузиков! Приезжайте в Волгоградскую область за арбузами! Реклама! О, сколько! Так, Лёшка, подбивал, ходил за арбузами. Какие растресканные, лопнутые уже некоторые. Ух, какие! Ну что, мы купим? Че? Мы сами свою руку возьмем. Ну-ка. Вот такие арбузы. Вон там еще один. А вот взять. Тыквы нету, да? Ну, прям звенит, да? Ну, они, я же не думаю, что они же все спелые, да? Ну вот эти настоящие арбузы, без всякой ерунды, без химии. Ух, сколько! Когда-то в детстве ходили за арбузами. Там дыня, что ли, или что? А вон там дыни уже. И там белые арбузы. Ну, светлые. Это темные арбузы. Бахтя, бахтя, красота, арбузики, а там дыни. Поле бескрайнее. Лёш! Во какие! Еще полосатенький. Ох, хорош. Полосатенький. Еще один полосатенький. Спелый. Арбузенка маленький, арбузянка и колеси. Вот какой арбузенка. Симпатичный арбуз.
поселка. Дымка. Это что? Раскололи? Это зеленый. Лёша, а вот этот? Да, вот этот. Смотри, я его перевернула, у него хвостик сухой. Для какой? Для какой большой? Ты уже, наверное, много набрал. Хватит. Много не будем брать. Ну, они будут лежать. Вот эти будут лежать. Какой? А, полосатый, да? Да. Пакеты. Пойдем посмотрим. Сколько надо домой взять, будем есть. Да, конечно, они же будут лежать. Они лежат. Есть. Почки промывать. А вон там дыни, вон там дынок много. Вон. Вот тот, видишь, наверное. Красный, да? Вот, ну-ка, а у этого хвост какой? Потому что там был раз. Нет, он может быть другой. А он там дыни. Ага. Ну, его видно, он там два штуки, они даже. У него хвостик сухой такой будет, он спелый. У-у-у, тут вообще арбузяки здоровые, вон там уже. Красота, слушай, кайф. Детство. Вон полосатики лежат. А, это с белым, светлые арбузы. Вот эти вот такие, тоже вот, глянь, какой хвостик хороший. Вот эти вот, светлые, светло-зеленые. А это зеленый. Вон прикрытый, Леш, еще. Вон прикрытый. Хвостик. А, нет. А это что, мешки, что ли, собирали, наверное? Да, там дыни. Дыни посадили. Вот эти большие арбузы, гляки огромные. Надо один такой светлый выбрать. Надо, чтобы с этой, с ботвой, чтобы было видно, что он спел. Надо дыни же посмотреть. Дыни посмотри. Ну, пока положи, не носи его здесь. Мы сейчас назад будем идти, возьмем. Возле вот этой вот. Возле вот этой штуки положи. Возле этой штуки положи, не носи. Чего, туда, а потом назад понесешь. Ля, Леш, арбузенка маленький. Арбузенок. Он уже все пропал. Ага. Пропадет ведь он. Хороший. Хороший, большой. Хороший. Дыни, дыни, дыни. Смотри. Арбузихи нет? Арбузик. Она лопнутая же. Вот, дыни есть. Дыни по запаху. Казачий начал разговаривать-то. Жалтея. Она
А вот, гля, малышка вот. А вон желтенькая, прям желтая-желтая. Вот это будет хорошая, гнилая. Арбуз возле этой. Вон возле большой. Перекати поле. Возьми одну и одну еще желательно вот такого плана. Прям желтенькая, желтенькая. Вот, вот там внутри ну, хоть херовая. Какая хорошая была. Ну возьми. Ну а это самое, вот тот арбуз заберем. Вон там. А у них, которые там лежат, можно же выбрать. Вон он, арбуз. Ты будешь забирать? Да. Полосатый ты положил вон возле этого, перекати поле. Вон. А этого большого, да? Я знаю, что не надо. Он огромный. Он огромный. Да, рука и арбуз. Thank you.